Ви на пляже. Каємося. Пляж уже пустой. Пустой, нікого нет. Никого вода теплющая. А вода очень теплая. Вода теплая. Фактически людей нет, в воде никого нет. Вот здесь какие-то люди отдыхают. Фактически нет. Вода, красота просто. Сегодня 13 октября. 13 октября. Замечательное время. А вот. И там купаются наши. 13. Там купаются наши. Если вы там видите в океане, мама и наши дети вот там в закате солнца. Держи камеру, поснимай. Вот, я сейчас нахожусь здесь, в Сан-Диего. Настроение отличное. Морская вода. А вот Моисей. Моисей, как вода? Пойдем сюда ближе. А? Теплая вода? Нравится? Да. Как, сынок, накупался? Я еще. Некоторые не верят, что у нас вода теплая. Да. Теплая здесь вода? Октябрь 2012-11 сентября. А, октября. Ну, а ты что делаешь с этой доской? Молодец. Я снимаю тебя. На волне. Давай, беги. Короче, давай, сейчас Моисей бежит в воду. Давай, беги, сынок. Наш сынок пошел купаться. Наша мама и младший сын там тоже где-то купаются волна. Красота просто невероятная. Невероятная красота. Волны, океан. Конечно. Ой-ой-ой, у меня ноги замочили здесь. Мои ноги теперь мокрые. Я полностью замочился. Я тоже мокрый. Хочется купаться, да? Хочется. Ах, но мы забыли купальники сегодня. Вот. Красота невероятная. Посмотрите, у меня штаны здесь. Все замочил. Лезет в воду моя жизнь. Хочу водичку. Хочу водичку. А надо. А кто-то у меня не взял сегодня плавки. Не будем говорить, кто не взял мои плавки. Вот. Это был слоненок. Это был слоненок. И звали его Лариса. О, нет. Вот так вот, дорогие люди, кто смотрит на Фейсбуке, в моем мире, ВКонтакте и во всех остальных бесполезных сетях сатанинских. Кто-то сидит из вас сюда, донышек в сетях, а мы... А мы на свободе вышли из сетей. Пусть Бог благословит вас. Пускай милость Божия будет. Пусть вам будет хорошо так же, как нам. Пускай наслаждение, благословение, радости, простоты будет с вами. Пускай вода будет теплая в вашем океане. И пускай жизнь, избыток, ай, вода. И много воды будет. В Библии сказано, что на небе не будет моря. Поэтому мы всячески пытаемся... Это, конечно, еще доктринально нужно узнать, но нам сказано, не будет моря больше. Вот там кричит наш сын, вон он плывет. И мы снимаем, как плывет наш сын. Вот он плывет у нас. Молодец! Это наш младший сынок. Купать вот. В общем, настроение отличное, хорошее. Просто суперное. Благословение вам. Надеюсь, что вам понравился наш короткий репортаж. Лариса, скажи несколько слов. Так здорово, когда мы находимся в океане Божьей любви. Океан Божьей любви. Сынок, молодец. И что этот океан теплый, а не холодный? Да, он очень теплый и манит к себе. И хочется быть в нем и не выходить из него. Отлично. Вода просто потрясающая. Волны. Красота просто настолько все... Потрясающе, невероятно. Надеюсь, что вы чувствуете то же самое, что сейчас чувствуем мы. А мы себя чувствуем очень, очень хорошо. Не знаю, слышно вам или нет, но пусть Бог благословит вас. Мы любим вас, ценим. Благословение вам. Благословение вам, дорогие. Пока. Помимо всего, мы сейчас пойдем с Ларисой гулять. И мы гуляем вдоль пляжа. Сейчас пойдем на
5-километровый забег. А пляжи здесь гигантские, я хочу сказать вам. Гигантские пляжи. Лариса, пошли в ту сторону. Чем? Всем. Всем довольна. Благодарна Господу за все. Класс.